більше, ніж Крим. Великі люди маленького народу. Точно так же, как дом без фундамента не стоит, точно так же любая национальная культура без знания основ, она невозможна. Вот. Она не будет национальной. Вот. А я себе не мог такой роскоши позволить. Все-таки я хочу быть национальным художником, национальным композитором. Дзжемил Каріков. Останні декілька років живе у Києві. Грає національну музику на аутентичних інструментах у київських кримсько-татарських закладах. Він приклав руку до відновлення цілої низки національних кримсько-татарських музичних інструментів. Сьогодні до нього завітав Рустем Скібін, відомий кераміст, разом з яким вони відновлюють народні інструменти кримських татар. Як діла? Хорошо. Красавец какой. Да? Хаснах старый, настоящий. Да, я вижу. Да. Вот. Эти я уже отковывал сам из этих тарелок. Это делал мастер, поэтому, да. Вот и размер, форма, и вообще это старый хаснах. Так, а кожа какая? Козья. Кожу я нашел в Анкаре, все. Чё, фрагул. Попробуйте. А как правильно держать? А вот так. Вот так нам научили. Да. Очень аккуратная работа, Рустем, поздравляю. Ну что, опробуем инструмент, да этот? Тогда оставляйте, да, поиграйте пару дней. Созвонимся. Да. Сагул. Чёрт, сагул. Да, я хотел бы вам представить свою дочь Карикова Мелек. Она вот играет на нашем национальном инструменте баглама. Баглама с коротким грифом. У меня в руках баглама с длинным грифом, это баглама с коротким грифом. Мы сейчас сыграем небольшой попурри из крымско-татарских песен. Завдяки Дзжемилю Карікову було повернуто з небуття велику кількість майже забутих народних пісень. Все почалося після того, як Дзжемил Каріков закінчив консерваторію в Узбекистані. Там він народився, і там жили його батьки – кримські татари, репресовані радянською владою. Я займався як би западною традицією, а потім зрозумів, що треба займатися кримсько-татарською музикою, тому що раз я народжений в цьому народі, значить, все має такий глибокий смисл. Раз Аллаху, Богу было угодно так, чтобы родился в этом народе, значит, тоже какую-то пользу принести этому народу. А человек, который занимается любым видом искусства, и в частности музыки, он должен быть национально узнаваем. И поэтому я стал писать крымско-татарскую музыку. Знаете, сейчас есть всевозможные синтезаторы, там, сэмплеры и так далее. Это то же самое, что иметь шикарный автомобиль, предположим, прокатиться на автомобиле. И то же самое можно там на лошади, очень красивой. Да? Другие ощущения совершенно. Это как, знаете, пить воду из чистого горного источника, вот, и купить просто газировку. Все почалося із мандрівки в Туреччину. Свій перший національний інструмент – сас або баглама – Дзжемил Каріков знайшов саме там. В Анталії це случилось, я як-то прийшов, ну, во-первых, ця музика звучала везде, потім я як-то прийшов в один із музикальних магазинів, я вже знав, що я хочу себе купити, це інструмент називається баглама, або просто народніше називають його сас. Вот. Я увидел несколько сасів, попробував, як потім виявилось, это со мной сыграло злую шутку. Это просто был какой-то туристический вариант. То есть этот инструмент можно было просто повесить на стенку и любоваться ей. Если брать
крымско-татарскую музыку ханского периода и турецкую классическую музыку, они совершенно идентичны. Идентична их ладовая сторона, одни и те же махамы, идентична их метритмическая сторона, одни и те же усули, идентичные формы. Это формы пишрафа, форма саси-майсы и форма таксима, импровизации в ладу. Поэтому судите, насколько это близко все. В нашей музыке я слышу для себя очень органичный синтез восточных и западных традиций, что очень выгодно отличает нашу музыку от музыкальных культур других народов. Что касается Украины, ну, мы веками жили рядом, поэтому это не могло не сказаться и на культуре крымско-татар и украинцев. Это инструмент иранского происхождения, он называется сантур. Крымские татары веками играли на этом инструменте. У нас он называется сантер, там разница в одну букву. Вот мы тоже пытаемся возродить игру и на этом инструменте тоже. Вы знаете, композиторов это же вообще редко чем профессия, да? Они художники в любом виде искусства. Как продолжает традицию, сохраняет традицию, развивает традицию, а другие как бы не обременяют себя вот этой составляющей, просто творят по наитию, по вдохновению кому-то и так далее. Мне, конечно, ближе первые. Вот. И учитывая еще наше положение, считаю, что это более актуально в нашем положении. Сохранение и развитие нашей крымско-татарской культуры. Почему? Потому что существует такое понятие, код нации, национальный код, да? Поддержать его, раскрыть все красоты, которые заложены в этом коде, это одна из задач национального художника. Дзhemil Karikov працював музичним керівником ансамблю «Хайтарма» та головним диригентом Кримсько-Татарського драматичного театру. Обіймав посаду музичного редактора ДТРК «Крим». У 2004 році ініціював створення ансамблю традиційної музики «Макам». Саме завдяки «Макам» старі національні кримсько-татарські пісні зазвучали знову. Около 1000 народних пісень з різними оркестрами, тому що в Криму дуже багато оркестрів. С разными оркестрами, с разными певцами записал. Это осталось как бы в истории, это осталось как клад для нашего народа. Кариков один из тех композиторов, который вошел в глубину народной музыки, старается изучить ее основу, гармонию. До него никто этим не занимался. Где сохранилась крымско-татарская музыка? Понятно, что не было ни ансамбля, ни радио, ни тем более телевидения. Наша музыка звучала в основном на торжествах, на свадьбах, на днях рождения, потом на праздниках национальных. Вот. Были музыканты, которые исполняли эту музыку. И вот так вот как бы передавали из уст в уста. Почему, собственно говоря, остается тот или иной фольклорный образец? Значит, почему народ своей мудрости оставляет что-то? Значит, здесь есть, ну, прежде всего, огромный заряд энергии положительной. Да? Иначе бы все это кануло в лету. В один воскресный день, предположим, собрались 20-30 человек. Сказали, вот давайте песню напишем. Так не было. Естественно, за каждой песней или за инструментальным наигрышем стояли анонимные авторы,
Вот. История в подавляющем большинстве случаев не сохранила для нас именно этих создателей, но самое главное остались их творения. Гімн кримських татар «Ант Еткенмен», що у перекладі означає «Я поклявся», був заборонений в СРСР до часів перебудови, коли кримські татари почали повертатися в Крим. Саме завдяки Карікову у 2016 році зі сцени Київської опери зазвучала академічна версія гімну. Когда уже окончательная версия гимна прозвучала здесь, в оперном театре, я, конечно, почувствовал гордость и за то, что я был причастен к этому делу. Это гимн целого народа, имеющего многовековую историю. То, что я был к этому делу причастен, приложил руку, и что это, на мой взгляд, получилось, вот, конечно, я ощущал гордость. В моем родном городе, родном по отцовской линии, отец у меня родился, в Симферополе или в Ахмечите, да, есть 5 музыкальных школ. И ни в одной из этих школ предметов, связанных так или иначе с крымско-татарской музыкой, их нет. Я думаю, что это вопрос будущего. Мы вернемся в свободный Крым уже, в Крым в составе Украины, а мы живем надеждой, крымские татары. Вот мы волей судьбы оказались здесь, в Киеве. Да? Вот. Но мы живем верой, что мы вернемся на свою родину.